Ну, конечно, моя критика не доходит до них, а даже если доходит, они, конечно, ни черта делать не будут. Понятно. Так вот, я высмеивал стоящую вон там возле фонтана вот такую уродливую табличку, которая портит абсолютно, портит весь смысл благоустройства этого бассейна. То есть это надо быть каким тупым абсолютно чиновником, чтобы посредине бассейна вот втемяшить вот такую ерунду. Они, видимо, думают, что они ей украсили городскую среду. Нет уж, товарищи дорогие, если вы не можете найти элементарный способ ограничить здесь какие-то правонарушения, то нам, пожалуйста, не гадьте в бассейне. Вы же нагадили в бассейн вот этой табличкой. Ну что, разве можно чувствовать себя цивилизованным человеком, проходя вот мимо вот этой таблички? Или вот той, которая там выше? Вот это украшение от дебилов при благоустройстве. Как вам нравится такой фонтанчик? Вот стоило вообще разрабатывать дизайн, стоило вот делать эту сложнейшую и очень дорогую систему водоподачи с разными струями. Сейчас стемнеет, это все будет подсвечено, вот это все меняется, тут чуть ли не компьютер заложит, какой-то компьютерная программа, видимо, да? Ну или, по крайней мере, какая-то система украшения декоративного этого фонтана. И, но дебилы при благоустройстве, при коммунхозе, они, конечно, плевали вот с помощью своих вот этих вот табличек на этот фонтан и на наше эстетическое чувство. Как вам нравится такой Иркутск? Гламурные фотографы вам этого не покажут.